Приветствую всех, с вами Лилия Донскова, и сейчас я запишу видеообзор каталога номер 2 Oriflame. Итак, начнем с очень красивой обложки. У нас в преддверии 14 февраля, День влюбленных, два потрясающих новых аромата из серии Eclat. Eclat Mademoiselle. Вот так он шикарно выглядит, такой флакончик. Я уже стала его обладательницей буквально сегодня на лидерской встрече. Нам каждому подарили вот такой потрясающий подарок. И я его уже оценила, он просто, просто необыкновенно классный. Вот это вот сладкое яблоко, белый гибискус и мускус творят просто чудеса. И я также пробовала, тестировала мужскую туалетную водичку. Она не менее классная. Они вот действительно пара. Их нужно брать и мужу, и жене, чтобы они вместе были просто потрясающие. И при этом такая классная цена. Всего 999 рублей за один флакончик. А далее двигаемся. Что в этом каталоге у нас особенное? Это смягчающее средство. Всегда вот есть под рукой. Вот такая вот маленькая очаровательная баночка, который творит чудеса. Я называю маленький волшебник эти баночки. И здесь у нас три аромата. Смородина. Потом, сейчас скажу, какой еще у нас, с медом и с корицей. Все они очень, конечно, вкусненькие, классные. Выбирайте на свой вкус. Всего 69 рублей. Помогут вам сделать губы, глаза, кутикулы, локти, пяточки более мягкими и шелковистыми. На тушь 5 в 1 тоже хорошая скидочка, 379 рублей. Если вы видите, у меня эта тушь всегда есть, я ее обожаю. Она делает ресницы необыкновенно пушистыми, длинными, объемными и классно их подкручивает. Лучшие кисточки я еще, честно, не встречала. Это не просто реклама, да? Я вам не буду про все туши так рассказывать. Это вот именно 5 в 1 тушь. Если вы ни разу не пробовали, обязательно возьмите попробовать. Что здесь я особенно люблю? Конечно же, это вот именно вот этот лайнер, фломастер, да, мы его так называем, стойкий карандаш-подводка для глаз. Я его называю фломастер просто. Невероятно удобно красить стрелки. Он стойкий, он не растекается от слез, от воды. Его достаточно трудно просто так, да, смывать. Но он достаточно быстро заканчивается. А сейчас у меня буквально, да, накрашены стрелочки вот этим карандашом гелевым. Я не могу сказать, что он очень удобный. Действительно, быстро становится тупым острие вот это, да, его нужно подтачивать. Но удобно, что есть точилочка, она вот тут спрятана внизу, в колпачке карандашка. И эта точилочка, она именно точит сам стерженечек. То есть она его делает остреньким. Красить удобно. Единственное, что всегда закрывайте и тот вариант плотненько колпачком, потому что могут подсохнуть. Невероятно мой любимый карандаш с эффектом металлик. Я обожаю именно вот этот зеленый цвет. Я все время подкрашиваю нижнюю часть века. Это очень красиво и очень классно смотрится. Так, стойкие помады. Ну, помады, конечно, вы сами себе подберете. А по поводу тона скажу, что тон мне понравился. Вот именно вот эта стойкая матирующая основа. И в преддверии лета можно запастись, тем более за 300 рублей всего. Потому что действительно матирует отлично. Кожа как бы более гладкая такая выглядит и ухоженная. Это моя любимая серия Элио для волос. Лео, как на французский манер можно сказать, более мягко. А чем она мне нравится? То, что это богатый уход за волосами, роскошный, богатый, питание просто волшебное, аромат, равных ему нет, волосы так благоухают, что невозможно устоять. Но если выбирать между двумя этими парфюмами, у которых такой шикарный дизайн, то, конечно же, я выбираю Love Potion Secrets. Это одна из моих любимых водичек. Еще она с таким бантиком красивым, что я ее просто очень люблю. Если вы любите ванильные ароматы такие, девичьи, очень нежные, то это то, что нужно. Видела вживую украшения с сердечками. Вот, кстати, сейчас посмотрю цену. Да, цена достаточно приятная. Выглядит роскошно.
как дорогое матовое золото. И понравилось, что с сережечек снимаются сердечки, можно и так носить. Хотя, конечно, сердечками намного оригинальнее. Сумка шикарная, просто роскошная. По поводу сумки Чили, могу сказать, что вот вариант, если к ней прикреплять длинную ручку, мне не очень понравился, как-то дешевит сумку. И, конечно же, эффектно и очень красиво смотрится именно вот если держать за коротенькую ручку. Сумка очень добротная, качественная, выглядит стильно. Она не слишком большая и не маленькая, в нее можно наложить половину своего, да, состояния. Очень понравился шарф. Очень богатый, приятная текстура, такой страстный, в нем столько любви, он просто необыкновенно красивый. Так, далее здесь вы все знаете. Обратите внимание, вот эта сумка, черный бриллиант, она более чем крутая. Более чем крутая. Я себе ее купила сразу, как только она появилась в каталоге. Я довольная. Вот насколько это можно вот выразить, да, я просто в восторге. Вот ее размер, ее качество. Все думают, что это дорогущая кожаная сумка. Так стильно выглядит. Она достаточно вместительная, но при этом она не такая вот сумчатая, да, что-то как будто кошелка. Классная и не слишком мелкая. То есть в нее у меня все помещается, что нужно. Так, тут у нас любимочки для тела с натуральными маслами. Вербена и лимончик. Ну, что говорить, если вы один раз это попробуете, то уже потом будете все время выписывать. То даже просто глядя на эти флаконы, создается впечатление, что они стоят целое состояние. Да, они не дешевые, но я считаю, что 400 рублей за натуральные продукты, если вы попробуете, вы поймете, какая станет кожа у вас просто роскошная, как этот долго аромат держится на теле. Здесь я особо бы выделила все на этой картинке. Здесь все есть, что я люблю. Это мой любимый крем для рук. Где он у меня всегда под рукой? Вот он. Это уже второй флакончик. Видите, уже практически тоже заканчивается. Просто невероятно классно питает. Вот сейчас как раз намажем руки. Это что-то. И запах мне нравится. Но самое главное, качество. Как он круто напитывает ручки. Масло для массажа. Его можно использовать и в ванной, и для волос. То есть оно для волос и тела. И в нем можно просто такую роскошь дать своим волосам. И своей кожи массаж получается просто необыкновенный. Оно с имбирем прогревает классно кожу. Но это фантастика. Скраб – это мой любимый. Если выбирать между всеми скрабами на свете, я выберу его. Он с маслами, после него кожа тоже просто невероятно какая-то, становится такая большая, как будто она напитана очень сильно и такая гладкая, красивая. Щетки для тела действительно классно разгоняют кровь, циркуляцию, очищают мертвую кожу, удаляют. Ну вот массажное мыло тоже любимчик у всех, оно с натуральными водорослями отшелушивает тоже прекрасно кожу. На этой страничке я бы выделила мое любимое средство, это очищающий гель с дезодорирующим эффектом. Я все перепробовала интимные средства в Oriflame. Оно, конечно, самое дорогое, но я равных ему просто не вижу. Просто нет. Альтернативы не вижу. Я всегда беру только его, потому что оно самое крутое. Здесь, конечно, все. Это все моя любовь. Моя любимая щетка именно вот эта вот фиолетовая. Я очень люблю этот цвет. И щетка моя лучшая по качеству. Она не слишком мягкая, она не жесткая, она прекрасно массирует, очищает. Зубные пасты все классные, мы их все чередуем. И у нас дома открыты все одновременно. На этой страничке я бы выделила, конечно же, крем для ног большой объем. Тоже мне очень нравится. Сама пользуюсь этим именно с медом. И, пожалуй, вот эта шлифовальная пилка. Самая удобная из всех пилок, которые я пробовала. Буквально вчера только полировала пяточки. Так, из дезиков. Здесь моего любимого нет. Я люблю... А, ну вот с зеленой крышечкой я люблю и с серой крышечкой. Они очень классные. Так, здесь я заценила вот этот наборчик маникюрный. Он очень красиво сделан. Удобный такой. А, кстати, вот этот вот молочко для тела.
большом таком варианте 400 миллилитров тоже фишка в Oriflame, прекрасно питает кожу, но это все вкусненько, классно. Антивозрастная сыворотка, вот что я люблю, потому что когда вы ее капельки наносите на кончики волос, они просто становятся такие гладкие. Если у вас секутся кончики, то есть они склеиваются, не топорщатся, волосы выглядят такими живыми, блестящими. Это фантастическая вещь, тоже всегда есть и у меня, и у дочки. Пользуемся, я после каждого мытья головы, я обязательно пользуюсь. Ну, здесь вы сами все разберете. Краска потрясающая. Кстати, мой цвет, сейчас вам покажу, это темно-коричневый 3.0. Чтобы вы знали, какой краской пользуюсь я. Так, здесь все меленько. Новые лаки. Кстати, вот моя мечта, которую я нечаянно упустила, это вот холодная, да, по-моему, холодная шампанское, плохо видно, что написано. Очень хочу этот лак, потому что я попробовала один ноготочек, у меня его сразу выпросили, потом его больше не было на складе, и теперь я его возьму за такую дорогую цену. О, какие скидки на помады и блески! Супер! Просто супер! Опять же, на любителя, это все декоративка, то, что вы сами себе подберете, выберете. Так, на этой страничке я выделю жирным вот прям плюсом это средство для снятия водостойкой косметики. Я вам просто могу потом свой заказ показать. Я выпишу 10 штук и поставлю их, потому что я ужасно боюсь, не дай бог, их снимут с производства и их не будет. Потому что вот это средство, оно меня вообще никак не берет. То есть макияж не смывает абсолютно. Не знаю, может быть, у кого-то это сработает, у меня нет. А вот для водостойкой супер просто. Такая кожа после него такая мягенькая, классная. Так, здесь мой любимчик. Вот он стоит, по-моему, сейчас скажу. Вот, мгновенно укрепляет ломкие слоящиеся. Такой голубоватого оттенка. Это у нас укрепляющее покрытие. Тоже просто мои ногти узнали, вспомнили, как это быть длинными, только благодаря этому средству. До этого я брала все вот с алмазным, да, там покрытием. Меня это ничего не берет. Я брала в аптеке умную эмаль, покупала еще какие-то штучки. Все бесполезно. Ногти слоились и ломались. Сейчас у меня прям очень красивые вот мои родные классные длинные ногти. Я просто в восторге. Так, это мы пропускаем, да, такие серии я обычно не рассказываю, хотя, кстати, серии классные, и вот сама пользуюсь вот тенями вот этими двухцветными, изумрудный малахит, для меня это как дорожный вариант, чтобы не тащить с собой большой набор, самый лучший вот вариант тушь. Почему-то ее все любят. Я уже даже сама подумала, может быть, тоже купить, попробовать. Из-за нее такой всегда ажиотаж. Ее просят, да, ее любят, ее так хвалят, как будто это что-то чудесное. Здесь, на этой страничке, я бы выделила палитру губной помады, потому что настолько классная подборка цветов. Какого она качества? Она не просто как блеск, это именно помада. Очень классно лежит на губах и долго лежит. Я за это люблю этот набор. Так, серия Джордани. Ну, тут можно буквально про все рассказывать, легенды, слагать легенды, да. Чтобы я вот, что у меня самое любимое, это румяна в шариках. Вот, на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, в левой стороне есть предложение взять себе пробничек крем-флюид, да, тональный крем-флюид. Выйдет у нас в следующем каталоге. Я уже попробовала, была на дегустации. Я просто в восторге. Я вот эти впечатления уже смакую 3 дня, потому что наконец-то у нас вышло средство, которое, нанеся на кожу, мы сразу да, с эффектом пудры. Я очень жду этот пробничек, чтобы на лице попробовать, потому что до этого я пробовала только на руке. Я думаю, неужели это будет вот эта фантастика наконец-то у нас? Так, далее, что я хочу рассказать? Уход за кожей. Ну все, все, это бомба. Вот серия Novage. Если вы хотите, вот реально, глядя на себя в зеркало, да, положа руку на зеркало и глядя на свое лицо, если вы хотите, чтобы ваша кожа не просто сохранялась, да, классный, молодой, здоровый, красивый, а чтобы она становилась еще и еще лучше с каждым днем, то нужно использовать комплексы.
только комплекс, потому что отдельно взятые средства или перемешанные из разных фирм, они совершенно не дают никакого эффекта. Ну, может быть, какой-то там небольшой. Если пользоваться полностью комплексом, то эффект просто на лице. Я никогда не скрываю своего возраста, потому что я балдею от того, что со мной творит это Орифлейм. Вот моя любимая серия «Экологен». Вы просто посмотрите, даже вот эти баночки, какое-то все красивое и шикарное. Если вы считаете, что для вас это дорого, то просто посчитайте, сколько это стоит, если пользоваться каждый день. Я вам примерно скажу, что этого набора хватит вам на 4 месяца. То есть закончится быстрее всего сыворотка, дневной и ночной крем, крем для глаз потом. Ну вот очищающая пенка и тоник, они будут служить дольше. Но вот разделите на 4 месяца, потом разделите это еще напополам. Я даже сейчас не поленюсь, да, возьму калькулятор и посчитаю, сколько это примерно будет стоить. Давайте вместе с вами буду вас учить экономить деньги. Вот мы набираем, ну, 5,5, 5500. Мы делим на 4 месяца. Получается, в месяц мы тратим на комплексный уход за лицом 1375 рублей. Делим на 30 дней. На 30 дней. В день получается 46 рублей. И делим напополам утро и вечер. Напополам. Получается, вы утром потратите на себя 23 рубля и вечером 23 рубля. А если вы консультант Oriflame, то мы отнимаем 20%, и получается, что вы тратите всего 18 рублей. 18 рублей утром, 18 вечером. Вы можете себе позволить такую роскошь, чтобы ваше лицо выглядело как с обложки журнала? Мне скоро будет 43 года. Ну, никто не верит, что мне столько лет. Да, может быть, генетика, может быть, там еще какие-то причины вы придумаете. Но я же помню, какая я была 6 лет назад, до того, как я стала пользоваться комплексами, до того, как я стала пить wellness. Поэтому хотите, верьте, хотите, нет. А я вам рекомендую, просто берите и пользуйтесь вот этими дарами природы и то, что дала нам компания Oriflame. А чем отличаются вот эти серии? Ну, давайте так, сначала. Первая серия, это True Perfection, ее можно уже использовать с 25 лет. Но это не значит, что в 60 лет или в 70 ей нельзя пользоваться. Можно. Да, для чего эта серия нужна? Для того, чтобы освежить лицо. То есть у вас появится румянец, у вас, да, будет, ну, потрясающая, да, такая нежная, гладкая кожа. Серия «Экологен», она уже будет выталкивать морщины изнутри, да, то есть она уже даст экологена, добавит, и кожа станет более упругая. То есть если вы хотите упругость кожи придать, то вам нужна серия «Экологен» от 35 и до бесконечности. Если же вы хотите, чтобы у вас начали работать ваши природные фибробласты, вырабатывать свой собственный коллаген, то есть чтобы ваши фибробласты омолодились на 20 лет, то вам нужна серия вот эта NovAge Ultimate Lift. Вот и все. Чем, вот почему я эту серию, она у меня не в приоритете. Просто потому, что здесь молочко. Я не очень люблю протирать лицо. Мне нужна пенка. Поэтому первые две серии для меня, они более оптимальны. Хотя, когда я пользовалась этой серией и потом увидела результат на себе, да, на своем лице, я была просто поражена, потому что у меня просто контур лица весь подтянулся, полностью, да, встал на место. Поэтому я обязательно раз в год буду пользоваться этой серией. Далее, эко-бьюти. Это круто для вегетарианцев, потому что это буквально серия полностью натуральная на 95%. Она немножечко специфическая, да, особенно масло, но я ее очень люблю. Слава богу, она мне подошла, потому что я тоже люблю все натуральное. Я, конечно, я не вегетарианка, но я за ПП, да, за правильное питание. Я не кушаю мясо там и так далее, всякую вот эту ерунду. Далее, это королевский бархат знаменитый. Да, вот эти серии Love Nature. Love Nature. Даже не выговорю. Они, конечно же, да, и по ценовой категории очень такие доступные. И они для более молодой кожи. Но они не менее классные, да, тоже приятные. Так, здесь у нас антиоспорин для проблемы.
На этой страничке я бы выделила CC-крем многофункциональный. Обратите внимание, что он прекрасно тонирует кожу. Я беру себе всегда вот этот вот светлый оттенок. И мне он очень нравится. И что он еще делает? Он осветляет кожу, то есть берет пигментацию. И он так классно лежит. Боже мой, я его просто обожаю. Тоже в моих любимчиках ходит. И обратите внимание, в отличие от всех других тональных основ, в нем 50 мл, а везде всего 30. То есть здесь тоже есть фишка. И еще я на этой страничке выделю вот этот маленький крем в маленькой баночке. Невероятный эффект за 439 рублей. Потому что он действительно невероятный. Он убирает припухлости, отеки. Его основные компоненты — это кофеин. Он убирает темные круги. И экстракт очанки убирает все припухлости. То есть, если вы хотите быстро, быстро, да, стереть следы недосыпания там, или там, я не знаю, вы выпили много чая на ночь, то есть, чтобы из китайской женщины превратиться там в красотку с распахнутыми глазами, то невероятный эффект вам в помощь. И по секрету вам скажу, что если у вас бывает, беспокоит герпес, вылазит где-нибудь, то его надо... Да, как только чувствуете, что начинает жжение там на губе, вылазит вот этот самый герпес, срочно нанесите этот крем, невероятный эффект, и оставьте его полежать. Он снимет отек, уберет воспаление, и зачастую, если вовремя среагирует, даже не пойдет болячка. То есть, да, быстренько герпес весь сдуется. Так, ну здесь у нас и светляшечки, сами почитайте. Я рассказываю про свои любимчики, свои самые сокровенные. Парфюмы. Сейчас. Я очень люблю парфюмы. Если хотите знать мой любимый, то теперь у меня мой любимый Экла Мадемуазель. А до этого был Giordani Gold Essenza. Так, для мальчиков у нас классный набор. Кстати, очень здорово оформлен. Прям приятно такой дарить. Солидно, очень красиво. Так, здесь у нас что? Ну, это все для мальчиков. Пенки всякие. Классные штучки. Сейчас скажу, вот, что я особенно люблю. Особенно. Где же мой любимый аромат? Кстати, очень все заценили вот этот вот аромат. Вентур. Вентур. Сказали, что прям очень классный. То есть мужчинам он нравится. Он такой необычный. Обратите внимание, шикарная скидка, если брать целиком набор Glacier. Тоже один из любимых ароматов у многих. И вот он, Excite от Димы Билана, всего за 699 рублей, если брать сразу два. Поэтому, конечно, берите два, не прогадайте, потому что это очень хорошая цена и очень классный аромат. Так, здесь у нас все для мальчиков, по-моему, было что-то интересное. Так, набор у нас здесь идет по хорошей цене. Вот смотрите, можно отдельно взять такой лосьон, он будет стоить 399, а можно взять целиком набор. Здесь три предмета, и будет стоить всего 449. Ну, конечно же, если вы выполните условия, и ваш заказ с каталога 1190 рублей. Ну, это, мне кажется, это шикарное предложение. По крайней мере, я своим всем мужчинам, там, папам нашим наберу этот набор. И завершает у нас, по-моему, эта сладкая парочка пролине. Тоже очень вкусно пахнет. Это крем для рук и мыло. Я вообще очень люблю кремы для рук. Мыло я тоже обожаю, разные вкусные. И посмотрите тоже, если брать по отдельности, то цена достаточно высокая. А если брать набор целиком, то всего 129 рублей. Ну, это, конечно же, очень выгодно и круто. Так вот, наш обзор так динамично подошел к завершению. Надеюсь, что вам было полезно мои рекомендации. Желаю вам красоты, здоровья, сияния, солнечного настроения круглый год. И, конечно же, любви! Скоро День влюбленных! Пока!